Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardasset Info. Сегодня покажу, как же настроить TKL 50SE, добавить фотографию на наш контакт. Чтобы на данном устройстве добавить фотографию, вам будет нужно перейти в контакты, в контактную книгу. Видим, у нас есть витек. Выходим, выбираем витька. И чтобы его редактировать, нужно нажать в правом верхнем углу на карандаш. Нажимаем. Добавить изображение, прямо на этот кружочек нажимаем и выбираем с галереи или с камеры, можем сразу сфотать в моменте, но мы выбираем с галереи. Как видим, у нас есть наш витек, выбираем его, давайте ставим прям лицо, так чтобы было ясно, понятно, и выбрать, сохранить. В общем, мы видим, что витек был установлен. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, до свидания.